вроде бы ведем прямой репортаж нас с автомобильной дороги на СССР, по которой мы двигаемся прямо в место назначения Краков. Это будет наш пит-стоп. А потом мы доезжаем до Собянкова. Хрен его знает, как называется эта местечко. Катерина, вам слово. Ой, я не могла найти этот микрофон. Артема Рубка. В общем, все пока что очень классно. Едем по дороге. Снега нет. Но мы надеемся, что он будет за командой. Ой, блин, куда мы едем? Ну, почти туда мы едем, да. Ладно, все, я переключаю на виды на небо. Хозяин запретил, потому что делает. Мы жарим. Мы жарим. Я контролю этот процесс. Сабина. Коммент. Скажи по-ецки. И мы оказываемся снова на подъемнике. Привет. Привет. Так типа вот так вот. Я живой. Молодец. Прекрасный спортсмен. Видео о том, как Катя пилит видео о том, как она умирает. Спустя полтора часа подъема они меня уже ненавидят. Сколько? Классная замерзшая вода. Замерзшая Катя. И замерзшая еще одна Катя, что я ведет. Катя, а куда мы едем? Пожалуйста.
Погнали. Давай. Начался. Побрила.